Добрый день! Перед нами теплица «Дачная трешка» от компании «Воля». Каркас теплицы выполнен из оцинкованного профиля 60 на 20 под сотовый поликарбонат. Ширина теплицы 3 метра, оптимально для двух или трех грядок. Две двери и две форточки в торцах теплицы входят в комплект. Боковые форточки приобретаются отдельно. В данном варианте длина 8 метров. Установлены две дополнительные боковые форточки. Давайте посмотрим, что там растет. Сегодня 6 июня 2020 года. Московская область, город Дубна. Здесь кукуруза. Там вот цветочки дальше растут по сортам. Ну тут какие-то уже выкопали. Тут лук на еду, на зелень уже половину съели. Салатик, который сам сеется самосевом после осени. После зимы самосевом сеется, и весной ранний уже салат. Капуста, ну что-то укроп какой-то, тоже самосевом насеется. То есть ничего сажать не надо из этих, например, укропа или там, вот, например, петрушки или салата. Вот. Потом на этом месте будут садиться огурцы, когда это все выкопается. Пересадится, будут сидеть вот здесь огурцы. Здесь перец. Это клубника ремонтантная, которая дает несколько урожаев за сезон. Теплица уже лет 5, наверное.